освещение улицы Камеркова, большая часть уже подключена к освещению, осталось там где-то метров 500. Продолжаем наладку освещения по бульварной, еще же не принято окончательное решение. Там, как оно будет. По деревьям вы видите? Ну, по деревьям и по водоводам. Мы, в принципе, готовы. Татьяна Петровна, вы мне обещали, до Нового года деревья не будет? Не будет. Все, хорошо. Давайте начинать, вот бульварную давайте начнем. Дальше пойдем на Ясную. Ну, давайте, ну, надо начинать, хотя бы вот одну улицу делали, вторую, третью. И по чуть-чуть мы доведем до ума все. Сделаем, как обещали. Так, ко мне на ковер последовательно, хорошо. Давайте.